бок о бок с природой, это текут горькими слезами, потому что в доме нужно делать для себя все сразу и хорошо. Ну, внешний вид такой, знаете, вот реально хочется взять, сходить в магазин, купить бутылку водки и просто нажраться. Ну, вот это, конечно, просто назвать можно одним словом уродство. Ну и само здание. Нигде не видно ни потеков, ни трещин. Как говорится, любо-дорого посмотреть. Ух, на века! И как только мы откроем с вами дверь, деревянные окна, тоже от застройщика. Такой район достаточно уютный. Вот так делаю всегда, чтобы не упасть, не дай бог. То, что плохо очень, работает вентиляция. От управляющей компании все такие ништяки. Большой плюс. А дома застройщик позиционирует как эконом-класс. И здесь достаточно приятно жить. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами сегодня находимся в микрорайоне Южный. Это спутник города Всеволожска. Ну, тут, как говорится, подать рукой. Я вам сейчас расскажу про этот район. Мы вместе его с вами посмотрим. Посмотрим на хорошие дома, не очень хорошие. Покажу вам долгостроя и посмотрим, что здесь находится рядом. А Южный микрорайон хорош тем, что у него непосредственно близость с Санкт-Петербургом. Здесь удобно добираться. Есть ЖД-станции, большое количество маршрутно-транспортных средств. Район, первые здесь, наверное, дома построены в 2012-2013 году. Мы к ним тоже пройдемся, посмотрим. Он давно уже обжит. Это невысотные строения, не с большой плотностью населения, и здесь достаточно приятно жить. Один из застройщиков – обычные простые дворы, ну и современное резиновое покрытие, насаженные елочки, какие-то деревья. Часть комплекса окружает многовековой лес. И здесь вот на камеру жалко, это не передается, чувствуется запах хвои. Мы туда тоже пройдем, посмотрим. Вот нахожусь на такой детской площадке, здесь могут отдыхать взрослые, смотреть за своими детьми. Обычные дома, то есть ничего такого в них, знаете, нет. Конструктив из монолита, стены из газоблока, они теплые, хорошие. Бывают, да, вопросы с окнами, но это, как говорится, все поправимо. Вот эти дома, если не ошибаюсь, сданы были где-то в 2013 году. И, конечно, из верхних этажей, да и не только верхних, отличный вид на лес. Ну и если вы хотите здесь жить, конечно, удобнее, когда у вас есть собственный автомобиль, потому что вы не завязаны на общественный транспорт и не завязаны на электричку. В комплексе давно уже действующий детский садик. Вот мы увидим там вдалеке детки, подходить не буду. Но обратите внимание, большое количество зелени, свежий воздух. Здесь достаточно приятно находиться. А дома застройщик позиционирует как эконом-класс. Он не говорит, что это комфорт, бизнес и тому подобное, как это делают другие застройщики в Санкт-Петербурге. Ну, вот, к примеру, застройщик ГСК, который уже все обанкротился, у него там остались недостроенные дома. Один из зданий строил соседний застройщик. Ну, вот здесь, конечно, можно посмотреть, ну, в глаза первый бросается, это качественно окрашено, то есть ничего страшного нет, это просто слезла краска. Соответственно, это все можно починить, но на это нужны, соответственно, деньги. Здесь, конечно, для меня из плюсов это большое остекление. То есть обратите внимание, что вот стандартное окно и ниже еще дополнительная часть. Вот это как раз для меня, я считаю, большой плюс. Больше света в квартирах. По классике входные группы марш и лестничный вверх. Ну, естественно, все уже давно проржавело. Эконом-класс. Вот так объело стяжку. Тут уже квартир больше, этажность выше 16 этажей, из панелей. Но панели современные. Но, конечно, не сравнится, к примеру, вот с этими домами. Они, соответственно, теплее. У них лучше вид, потому что окна выходят у большинства квартир по стороне как раз вот прямо на лес. Вот здесь, видите, обратите внимание, закрытая территория. То ли этот дом отделился от соседнего, то ли тот от них. Ну, большое количество зелени для меня это плюс. Большое тоже здесь количество парковки. Но всегда можно арендовать место или приобрести в паркинге. Сейчас подойдем, кто-то выйдет, чтобы пройти и вам все, друзья, показать. Заходим в подъезд. Здесь, кстати, прикольно, что он, видите, проходной, во двор. Тоже зайдем, посмотрим. Два лифта, грузопассажирский, пассажирский.
Есть указатели, на каком этаже находится лифт, но это только на первом этаже. Для собачников от управляющей компании есть вот такие ништяки, док-пакет, дозатор, руки можно помыть, да здравствует коронавирус. Ну, здесь, конечно, друзья, все достаточно простенько, то есть он такой простой. Вот здесь, если спустимся вниз, вот это, в принципе, такой главный вход, парадный, может быть, его можно так назвать. Есть тамбур, ну, чтобы, наверное, не подскользнулись это сделать. Ну, вот, я не знаю, вот как коляска сюда нормально проходит или нет, потому что обычно из моей практики почему-то ширина колес у стандартной коляски в эти штуки не помещается. Ну, вот такой подъемник, ну, почтовые ящики обычные, то есть обычный такой простой, друзья, дом. Обычный эконом-класс. ГСК, главстрой, комплекс. Организация уже банкрот, есть недостроенные дома. Мы с вами сейчас поднимемся на последний этаж. Лифт на первом этаже. Заходим. Лифт. Обычный лифт. Дома у нас, дом 16 этажей. Двухподъездный. Закрывайся, 70. Управляющая компания «Южная долина». Есть должники, небольшое количество. Нормально, обычный лифт, здесь даже стоит уже установлена камера. Сейчас поднимемся на самый верх и посмотрим с высоты этот район и посмотрим межквартирный коридор. Могилев лифт, немножечко здесь поскрипывает обшивка, но едет он, друзья, быстро, тихо. И вот тоже, вот видите, чуть дороже заплатил застройщик, и отделка лифта такая достаточно приличная. Даже не скажу, что Могилев лифт. Потому что мы привыкли, что они обычно, знаете, такого серого цвета, неказистого. 16 этаж. Сим-сим, откройся. Ура! Выходим. Ну, отделка, понятно, недорогая. 16 этаж. Так, посмотрим. Межквартирный коридор. То есть это, в принципе, более усовершенствованная панелька. Широкий коридор. Ну, я вот к этому даже придираться не буду. Это эконом, и здесь все криво-косо, поэтому... Есть так, как уже, в принципе, есть, и дом достаточно не новый, вот такие короба. Ну, внешний вид, конечно, неказистый, но самое для меня, например, для жильцов многих здесь нехорошее, это то, что плохо очень работает вентиляция. Это основная проблема в этом жилом доме. Мы с вами, друзья, напомню, в Южном, вот так делаю всегда, чтобы не упасть, не дай бог. Это у нас 16 этаж. И отсюда открывается отличный вид. Обратите внимание, что даже вот с этого дома, с последних этажей, просто прекрасный вид. Вот даже видно лахтоцентр. И здесь огромное количество зелени. Все в елках. Вот такой массив, парк. Вот он, Южный, вот туда дальше идет. Мы туда тоже пройдем, прогуляемся. И вот там вдалеке видна одна из высоток Всеволожска. То есть здесь до Всеволожска, ну тут... пару километров, и ты уже находишься во Всеволожске. Всеволожск достаточно большой город. Отсюда мы видим и детские площадки, да, то есть они недорогие, но они есть. И вот, знаете, вот такой район достаточно уютный, раздолье для жителей с собаками. Вот видите, бегает такой черный красавчик. Можно жить поближе к лесу, подальше к лесу, но повыше. Вот, ну, я не знаю, что здесь сказать. Понятно, здесь застройщику уже ничего не сделаешь. Застройщик банкрот, он пропал. Качество, конечно, говорит, покрытие само за себя. Оно уже разрушилось через какое-то время. Ну, соответственно, сам двор, здесь ни деревьев, ничего нет. Они это не сажают. Будете потом это все засаживать сами. Кому, соответственно, нужна зелень. Ну, лестничный марш тоже обычный. Обычный, кстати. И вот, кстати, даже здесь, обратите, друзья, смотрите. Ограждающая конструкция недорогая, но смотрится нормально. Сделано жестко и без этого дурацкого моего нелюбимого линолеума. А система управления лифтом, как у Отиса, вот обычный шкаф, но его почему-то вот так наискось либо смонтировали сразу, либо он просто начал падать. Вот здесь сделали вот такой крепеж, чтобы он не упал. Это у нас уши для замков, слушайте, ну, поиначе, конечно. Вот поэтому всегда нужно смотреть последний этаж, если выбираете квартиру, а еще и в новостройке вы ее не видели, обязательно вот на такие моменты нужно акцентировать свой
свое внимание, чтобы потом, когда приезжаешь домой после получения квартиры, не было ощущения, что ты живешь в подвале. Слушайте, классный лифт. Большой, грузопассажирский. Красивая отделка, есть зеркала, чуть-чуть промятый пол. Ну, смотрится по мне лифт достаточно хорошо. Грузопассажирский лифт едет тоже быстро, тихо, его не колбасит. Все нормально, хорошо настроено. Первый этаж, сейчас пойдем посмотрим, друзья, двор. Ну, понятно, лифт расположен вот так. Был бы вот так, было бы комфортней. Длинные и крупногабаритные предметы привозить в свою квартиру. Вот, кстати, везде прохожу по этажам, чувствуется запах еды. Это вот как раз о том, что говорят люди, что вентиляция работает некорректно. Выходим. Здесь у нас прямо напротив Магнита аренда парковочных мест. Ну, достаточно простой, унылый двор. Понятно, что это уже сажали либо люди, либо управляющая компания. Потому что от застройщика здесь была просто обычная трава со двора. Ну, да, вот видите, какой красивый вид. Этот дом тоже, вот этот от ГСК. Вот тут достраивал другой застройщик. Он такой, знаете, панели с кирпичом, смотрится поинтересней. Но здесь самое главное для меня, что район уже давно, друзья, обжит. Здесь есть инфраструктура, есть социальные объекты. О, а давайте мы как раз вот здесь и пройдем, и я вам все покажу. Ой, шиномонтаж, здесь даже далеко ездить никуда не нужно. Вон, видите, российский флаг, патриотично, молодцы. Ну, конечно, дом так сильно облупился, и внешний вид у него такой неказистый. Но сами панели мне нравятся, мне нравятся большие окна. Потому что, если обратить внимание вот на соседний дом, который долгострой, он, видите, за забором. Его построили, не достроили. Застройщик, как я уже говорил, обанкротился. Здесь уже окна на порядок меньше. Хотя и должны были сдать позже, чем тот, в котором мы были сейчас. Да, когда, интересно, люди получат свои квартиры, неизвестно. Здесь в микрорайоне есть своя школа. И вот видим, как уже родители забирают первоклашек и ведут их домой. Здесь для меня еще из плюсов, что большое количество продуктовых магазинов, Магнит, Дикси сейчас открывается. Через дорогу, дорогу жизни находится Лента. Кому нравится, можно потерять много времени и приобрести что-нибудь нужно в Ленте. А можно, соответственно, в шаговой доступности пройти в магазин и приобрести тот товар, который действительно вам нужен. То есть все здесь есть. Сейчас мы с вами видим панельный дом улучшенной планировки. Здесь достаточно интересные квартиры. Сам дом смотрится немножечко иначе. И в Питере аналогичные есть проекты, к примеру, на Васильевском острове, станции метро Приморская. Но дом там, конечно, на порядок выше. Вот это все, друзья, у нас южный. Малоэтажные дома есть как из монолита, есть также из панелей. Свой парк, большое количество зелени. Для меня лично это плюс. Идешь, просто такой приятный сосновый аромат. Впереди мы видим дома. Строили их для военных. И обратите внимание, аналогичные дома есть и на территории Финляндии. Строил зарубежный застройщик. Обратите внимание, как они выглядят. Качественно. Равномерные плиты с бетоном. Очень приятно все. Вот приямок. Видно, куда уходит влага. Дверь в желтый окрашена. Окна, видите, какие нестандартные для нас. То есть у нас окна обычно ширина меньше, чем длина. Здесь наоборот. Они ширина длиннее больше, чем, соответственно, сама высота. Деревянные окна тоже от застройщика, и многие, обратите внимание, их оставляют, потому что они качественные. Но это, друзья, дома, обычные дома эконом-класса. Входные группы, есть козырек, небольшая ступенька, ведерочка, лавочка. Небольшое, да, здравствуйте, небольшое количество совсем квартир. И как только мы откроем с вами дверь, зайдем в предбанник, тамбур,
Обратите внимание на почтовые ящики. Таких почтовых ящиков у нас никогда не делали. Это все из-за рубежа. И обратите внимание на систему домофона от компании Celty. Нумерация квартир, кнопки. Вот мне это сразу, друзья, напоминает Финляндию. Чтобы здесь пройти, здесь нет стандартного кодового замка, здесь есть ключи. У финнов такой, кстати, в домах встречается очень-очень часто. Дома малоэтажные, здесь не такое большое количество квартир в продажах, уютные зеленые дворы. Обратите внимание, здесь даже кто-то вывесил свое белье, чтобы оно впитало свежесть осеннего Всеволожска. Здесь, конечно, тяжело пропасть внутрь, потому что очень мало жильцов, редко кто уже сейчас ходит, но я постараюсь пройти и показать вам, друзья, красоту малоэтажной жизни. Ну, здесь, конечно, во дворе вот такое ощущение, что из моего детства вот эта крутилка, лесенка, все вот такое, знаете, ух, на века. А здесь балконы были все открытого типа, их уже, соответственно, застеклили люди, видно стеклопакеты. Но если обратить на окна, здесь мало кто, вот видно, вот здесь два окна, а больше вот я не вижу. То есть все вот от застройщика. Обычные, хорошие деревянные окна. Дома смотрятся очень приятно. Мы еще полетаем с вами сверху, чтобы вы видели, как это все выглядит с высоты птичьего полета. Главное, чтобы не помешало нам с вами погода. Обратите внимание, друзья, на лестничный марш. Дома малоэтажные, здесь, соответственно, нет лифта. Посмотрите, это гранит. Обратите внимание вот на, как я его часто называю, линолеум. Ничего не вылезло. Вот так строят иностранцы. Почему-то могут, а у нас, к сожалению, нет. Вот это шкаф. Здесь, соответственно, находится электрическое оборудование. Обратите внимание, как он красиво смотрится. И вот пошли квартиры. Вот это стандартная дверь от застройщика. Поднимаемся выше. Аналогичные ступени, красивая отделка, ничего лишнего. Обычные, качественные, широкие деревянные окна. Как говорится, любо дорого посмотреть. Ну вот видите, кто-то по старинке меняет двери. Здесь в самих лестничных маршах большое количество света за счет вот этого остекления. И вот видя вот все вот это, я бы вот здесь себе приобрел бы квартиру, нежели чем в каком-то из этих домов. Последний этаж. Люк на крышу, чтобы можно было ее обслужить. Небольшое количество квартир. Здесь нет студий. Здесь все квартиры одна, двух- и трехкомнатные. Нигде не видно протечек. Обратите внимание, что, как и финны, вот стыки плит никто не заделывает вровень. Они вот так красиво идут. И посмотрите, в квартирах аналогично. Все смотрится классно. Внешний вид и внутренний вид этих зданий у меня вызывает лишь уважение к застройщику, который их возвел. Дома, кстати, строил турецкий застройщик по финской технологии. Здесь и школа, и детский сад, все вот построено из таких плит. И даже здание суда, и такой мини-торговый комплекс. Вот это одно из самых высоких зданий. Здесь уже, соответственно, есть лифт. Вот очень бы хотелось по нему подняться. Еще одна школа, обратите внимание, из этих же плит. Ну и само здание. Нигде не видно ни потеков, ни трещин, ни каких-то там, не знаю, ни плесени, вообще ничего. Красота! Входная группа, первые дома. То есть это одни из первых домов в Южном. Вытираешь ноги, грязь осыпается вниз. Здесь техпомещение, вход. В квартирах, кстати, есть газ, почтовые ящики, домофон, заход по ключу. У кого есть ключ, с другой стороны такая барашка стоит открывать. Свет включить. Видите, мы нажали, включили свет, и он через некоторое время погаснет сам для экономии электроэнергии.
Зашли с вами, друзья, в эту многоэтажку. Обратите внимание, все то же самое, чтобы было видны перила, они ярким цветом окрашены, но достаточно приятным. Он выделяется. Аналогичные мраморные, гранитные ступени, лифт. К сожалению, здесь лифт заменили. Жаль, не удалось вам показать, но вот здесь просто был шикарнейший финский лифт. Очень красивый. И такой, знаете, вот заходишь, вот если не знаешь, что ты в России, ты реально подумаешь, что ты за границей. Выходим. Вот у нас такой получается лифтовой холл. Можно подняться на самый верх. Здесь у нас выход на кровлю. Обратите внимание, все двери в желтый цвет окрашены. Все из плиты, все в бетоне. Нигде не видно протечек. Все чисто, ухожено. Очень приятное впечатление от этих зданий. Классно сделан проект. То есть это обычные, стандартные эконом-класса дома, но все сделано по уму. И я вам сейчас это говорю к тому, что за свои деньги можно жить в качественном, хорошем жилье. Смотрите, как смотрится дома, построенные по финской технологии, и наши российские современные. Выбор, друзья, всегда есть. Спускаемся по маршу сейчас вниз. Обратите внимание, что лестничный марш до самого верха, он аналогичный. Не как часто бывает, первый, второй этаж сделали красиво, а все остальное и так пойдет. Слушайте, там, похоже, и доводчик еще с тех времен и все работает. Значит, здесь вот такая есть штука. Все открывается, закрывается. Ну, здесь людей видно открыто, потому что им так удобно. И смотришь сюда. Белые двери. Красивая нумерация, глазки, звонки на низком уровне, на уровне выключателей. Можно включить свет, через какое-то время он погаснет. Здесь у нас, соответственно, счетчики за такой дверью есть, я понимаю, у жильцов ключи, что можно было снимать показания, либо это делает управляющая компания. Все, знаете, просто, но такое ощущение, что попал в гостиницу, в такую мини-классную гостиницу. Вниз пройдем пешком. Здесь очень здорово, что люди выращивают растения, хранят. Для меня, например, это плюс, потому что внешний вид сразу лестничных маршев, он, скажем так, преображается. Вон, видите, какая здесь красота. И вот здесь действительно приятно жить. Хорошие, качественные дома. Кстати, здесь даже в ванных комнатах есть до сих пор та плитка, которую приклеил застройщик, турецкий застройщик, когда сдавал эти дома. Вот видите, барашка, он как раз вот так под рукой, так раз, вот так, раз, и дверь открылась, и мы выходим. И вот тоже, да, вот смотрите, какая штука. Вот мы можем эту дверь открыть, сюда может зайти любой. То есть, когда на улице холодно, жарко, вы заходите сюда, здесь уже теплее, спокойно, берете, достаете ключи, открываете свою дверь. Это очень, я считаю, друзья, сделано разумно. Зданий здесь таких достаточно много. Сейчас выйдем на главную улицу в Южном. Культурно-досуговый центр Южный. Смотрите, какая красота. Все просто, но со вкусом. Вот они тоже дома пошли, тоже семиэтажные. Обратите внимание, такое ощущение, знаете, такие красивые такие грибки. Все очень здорово, ничего не отвалено, нигде никаких нет трещин, каких-то видно следов от влаги. Кровля с тех времен, все работает, все в отличном состоянии. А уже домам там более 10 лет. Вот умеют строить. И обратите внимание, что здесь березки растут, сосенки, и, конечно, смотрится классно. Вот здесь находится свой такой променад, и можно прогуляться по этому кварталу. Есть общественный транспорт, и автобус приезжает прямо практически к вашему дому. Здесь, когда все планировалось, планировалось для удобного проживания жителей этого района. Свой променад, памятник защитникам Отечества. Здесь приятно пройтись, прогуляться, подышать свежим воздухом и просто насладиться жизнью.
Кроме жилых зданий, турки также возвели административные здания, торговые здания. Обратите внимание, одноэтажное здание как раз на этот квартал, где можно прийти, посидеть, выпить кофе, съесть какую-то вкусняшку и просто приобрести различные товары. Ну а впереди мы с вами видим панельные дома российского производства. Ну и, на мой взгляд, внешний вид у них он такой. Отстал лет на 100, на 200 от того, что мы только с вами видели. Ну, по мне, конечно, внешний вид зданий, построенных турками, и внешний вид зданий, построенных вот напротив вот этой панельки из кирпича нашими современными архитекторами-строителями, как говорится, небо и земля. Вот здесь я бы не хотел жить. А вот в этих домах было бы достаточно приятно. И вот здесь не только здорово, к примеру, жить, а жить, потому что есть рядом школа, детский сад, все сделано в таком большом комплексе зданий и сооружений. Также, к примеру, вот ко мне обращаются клиенты, у них есть достаточно пожилые родители. И вот это место, я считаю, для них просто рай. Здесь хороший выезд, хорошая экология, большое количество зеленых насаждений и все в шаговой доступности. Ну и по сравнению с Питером, квартиры стоят дешевле. Вот там чуть дальше находится военно-исторический музей. Можно его посетить. Ну, за деньги, естественно, все платные. И вот, смотрите, обратите внимание, это одна из самых здесь высоток. Как здесь течет вода. Вот, вот эти все следы видны. Вот видите, какой застроенный массив панельки. Поэтому в Южном, если вы выбираете квартиру, то здесь нужно разбираться в этих зданиях, понимать, где возможно приобрести, а где лучше этого не делать. В отличие от малоэтажных зданий, здесь, чтобы пройти, нужно подняться вот по таким ступеням. Даже в то время тоже те же турки, которые строили проект по-фински строили проект турки, даже там все сделано для удобства людей. Ну, вот это, конечно, просто назвать можно одним словом уродство. Входная дверь в эту многоэтажную панельку построена с российскими строителями. Почтовые ящики. Ну, внешний вид такой, знаете, вот реально хочется сходить в магазин, купить бутылку водки и просто нажраться. Я сейчас вам говорю, не хочу хаять, не хочу говорить о том, что там лучше, здесь хуже. Просто хочу вам сказать о том, что вот это видят ваши дети каждый день, они к этому привыкают. И вы понимаете, какое у них, в принципе, отношение к жизни, когда они вот это все видят. Когда ты живешь в красоте, у тебя совсем другое мировоззрение, нежели чем когда ты живешь в таком, скажем, унылом доме. 16 этаж. Здесь открывается классный вид на весь район. И вот отсюда сверху можно посмотреть на произведение искусства от финских архитекторов. Обратите внимание, как все классно сделано. Все в таком лесном массиве смотрится очень приятно. Если убрать там советские и российские здания, то ощущение, что находишься реально в другой стране. Станция МЧС. Вот тоже соседние дома. Большой этот строительный магазин и огромное здесь количество зелени. Но качество, как говорится, сразу на лицо, только вот вышли, обратите внимание, все трещится, валится. Здесь мы видим мокрые следы и понимаю, что вода льется при дожде прямо оттуда. Ну, здесь я много не буду ничего здесь показывать, рассказывать. Здесь, конечно, все сами понимаете, вид совсем иной. Небольшое количество квартир, ну на любителя. Не хочу сказать, что этот дом, к примеру, плохой, но он сильно отличается от того, что мы с вами видели. И не каждый дом здесь будет хорош, как нам бы с вами хотелось. Мы с вами на переходном балконе. Ну, вообще, тут и срам управляющей компании за такое обслуживание. Вот обратите внимание вот на этот квартал. Турецко-финский квартал, который мы с вами смотрели. Школа, детский садик, дома. Разные этажности, торговый комплекс, административные здания. Все построено в одном едином комплексе. За что этому застройщику и архитектору с проектировщиком большое спасибо.
Если смотреть на эти дома, то нигде не видно ни подтеков, как я уже говорил, ни где-то что-то там отломалось, ни каких-то трещин в плитах. Я даже не удивлюсь, что все эти плиты приехали из Финляндии, с какого-то там небольшого местного завода. Отсюда уже открывается вид один из долгостроев. Вот он, видите, о, там вдалеке, там недорого продают квартиры, но я не рекомендую приобретать квартиры в долгостроях. Там всегда сомнительное качество, и первые проблемы вас будут ждать в отопительный сезон, когда, не дай бог, из всех патрубков потечет горячая вода, потечет со всех щелей. Вот там уже находится Всеволожск. Вот там проходит дорога жизни, а здесь, соответственно, вот она, вот там идет это Колтушское шоссе. Вот за лесом. Где лес, там находится частный сектор. Дом там можно приобрести с участком земли где-то от 12 миллионов рублей. Чем ликвиднее участок и чем лучше дом, то, соответственно, он стоит дороже. Хороший дом уже, который готов для жизни, ориентируйтесь на 20 с плюсом миллионов рублей. Это участок земли и какой-нибудь двухэтажный современный дом. Ну, возможно, даже и без отделки. Никогда, кстати, не забывайте, что отделка квартиры на порядок дешевле, чем отделка собственного дома, потому что в доме нужно делать для себя все сразу и хорошо, потому что переделывать всегда дороже. А если обратить внимание на межпанельные стыки, то они оставляют желать лучшего качества. Да, конечно, вот это все видеть не очень-то приятно. И нужно по-нормальному обращаться в управляющую компанию, чтобы она это все исправила. Ну, здесь обратите внимание, что первые этажи, большинство из них занимают магазины, Магниты, Пятерки, Верные, что только здесь нет. Соответственно, выезд вот туда будет налево на Колтурский проспект, либо туда направо, откуда мы начинали старт своего видео, я начинал. Здесь из плюсов также есть лента, кто любитель потратить большое количество времени на продукты в гипере. А в ленте, конечно, можно что-то купить того, чего нет в других магазинах. Я туда периодически за этим заезжаю. Но я не люблю там приобретать продукты, потому что, во-первых, там дороже, чем в других магазинах, именно тот товар, который я приобретаю каждый день. Ну и плюс я там трачу всегда больше времени и покупаю лишнего, чего я изначально не планировал. Вот обратите, тоже один из многоквартирных домов с вентфасадом. Смотрится он, конечно, достаточно, по мне, так стрёмненько, но самый большой плюс, что здесь огромное количество вековых сосен растет, находится дорога жизни, вот она, лента впереди. Конечно, приятно жить, видеть сосны из своих окон. За лентой, вот там уже тоже, где лес, это уже идет там частный сектор. И новостроек, по крайней мере, вот по этой стороне, не ожидается. Еще один жилой комплекс называется «Этал». Это 9-этажный панельный дом из современных панелей, но квартиры здесь без отделки. Однокомнатная квартира на сегодняшний день стоит от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Комплекс расположен на второй линии от дороги жизни, напротив торговый комплекс, новостройки, старая сдача от застройщика-банкрота. Удобный заезд-выезд. А вот самый южный, друзья, он находится в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. К примеру, от южного до центра Санкт-Петербурга ехать 30 километров. До выезда на кат около 17 километров. Расстояние совсем небольшое. И не забывайте, что лучше иметь свой автомобиль. А вот и офис продаж, закрытый давно, застройщика-банкрота. Вот так стоит незавершенное строительство от застройщика-банкрота. Не знаю, что будут делать с этим зданием, возможно, просто его даже демонтируют. Вот одна из интересных панельных зданий, интересных в плане того, что очень необычно, видите, панели
сделаны, внешняя сторона из кирпича. Смотрится такое ощущение, что кирпичный дом, но на самом деле обычная, более такая поздняя советская панелька. Ну, вот здесь видны проблемы новостройки, мокрый угол. Здесь мы видим, что влага попадает, и уже вся краска отшелушилась. Основная проблема этой новостройки в том, что она постоянно плачет при каждом дожде из-за кривых рук, либо отсутствия контроля качества, протекает постоянно вот это холодное остекление у балконов этого здания. И чтобы это все исправить по-нормальному, это нужно все демонтировать и правильно собрать. Вот, обратите внимание, остановка общественного транспорта, пришла маршрутка, все сели и дружненько поехали. До Ладожской она примерно идет 1:20. Поэтому, друзья, здесь нужен свой автомобиль. Променад возле жилого массива, и здесь находится собственный лес. Обратите внимание, как классно здесь вытоптана тропинка и идет до, самого, скажем, окраины Южного. Можно зайти в лес, насладиться природой, пройтись по таким тропинкам. Обратите внимание, что вот сколько много иголочек, ароматнейший запах еловый, очень здорово. Естественно, когда жарко, здесь жарят шашлыки, гуляют многие своими животными. Вот здесь черничник, заячья капуста растет местами. Тут видите, такие уже насиженные места для птичьей кормушки поставили. Слушайте, здесь хорошо не только в теплое время года, здесь также хорошо зимой погулять, пройтись по этому лесу, насладиться природой. Ох, какой аромат, друзья! Лес очень красивый. Здесь живут, кстати, белки. Можно их кормить. Большое количество разбросанных шишек. Да, когда живешь бок о бок с природой, это совсем другое качество жизни, нежели ты живешь среди бетона и асфальта с кирпичом. Вот кто из вас может похвастаться, пройти буквально 2-3 минуты от дома, может быть 10, в зависимости от того, где ты живешь, и видеть вот такой огромный черничник. Соответственно, когда здесь ягоды, я понимаю, что местные идут как можно быстрее, чтобы опередить своих соседей и собрать как можно больше вкусной черники. Здесь здорово, когда у вас есть дети. То есть родителям с коляской есть где погулять в лесной тиши. Вы только представьте, как от этого свежего елового воздуха заснет ваш ребенок, малыш в коляске. И вы спокойно будете здесь ходить пару часов, наслаждаясь музыкой ветра, музыкой леса. Но здесь, естественно, не только хорошо, когда у вас есть дети. Здесь здорово заниматься спортом, зимой кататься на лыжах, кататься на ватрушек с горки вместе с вашими соседями. Вот буквально 20-30 метров впереди мы видим просвет, и там уже начинается активная жизнь. Сегодня у нас есть с вами уникальная возможность посмотреть одни из лучших планировочных решений однокомнатных квартир. Посмотрим две планировки 7500 и за 6300. Погнали. Заходим. У нас просто огромная площадь, большая прихожая, ванная, санузел квартиры более 50 квадратных метров. Сразу из плюсов. Счетчики на электричество находятся здесь, в самой квартире. Счетчик, сама коробка, она утоплена. И мне нравится, что вот здесь можно сделать себе шкаф. Это, конечно, большой плюс.
Дверь от застройщика, она недорогая, смотрится прилично. На первое время можно оставить, но лучше, конечно, заменить. Давайте смотреть прихожую, ванну, санузел, кухню и комнату. А здесь большая достаточно площадь, сюда поставить можно и диван. И, в принципе, из этой квартиры можно сделать полноценную двухкомнатную квартиру. Здорово, что у застройщика есть квартиры как с отделкой, так и можно взять в черновой отделкой и сделать самим ремонт. Обои под окраску, ламинат 32 класса по всей квартире, ванна и туалет в плитке. Заходим, у нас достаточно большая ванная комната, здесь 4,6 квадратных метра. А все, что вы видите, в таком виде передает застройщик. Красивая плитка, полотенцесушитель, соответственно, от горячей воды. Есть выводы под установку стиральной машинки. Ну вот здесь, конечно, можно вот это, в принципе, если вам неудобно, поменять и поставить такую же современную раковину с тумбочкой, сверху поставить полки с зеркалом. Смотрите, какой здесь плюс. Мне здесь понравилось то, что вот видите, здесь остается место, здесь застройщик все закрыл. То есть вам дополнительно ничего не делать не нужно. И это как раз дополнительно такая полка для хранения мыльно-рыльных. Шампуни, мыло и все такое. Ну, соответственно, здесь можно полочки поставить. Останется вот здесь только повесить шторку для того, чтобы вода не попадала в саму ванну. Санузел. Ну, это просто, не знаю, мечта. Здоровенный. Здесь не хватает розетки, чтобы просто усесться с планшетом или телефоном и наслаждаться жизнью. Большое количество вот таких мест. Здесь можно все обыграть, соответственно, поставить полки и хранить различные нужные штуки. Двери, кстати, не из дорогих, но достаточно хорошие. Я бы, в принципе, себе вообще бы ничего не менял, потому что вот их запилено все хорошо у наличника. И вот даже у герметиком прошли, вообще красавчики. Это у нас кухня с выходом на балкон с панорамным остеклением. Выводы от застройщика. Канализация, горячая, холодная вода, розеточные группы. И так как здесь застройщик строит дома за свои средства, из уже продает квартиры, когда полностью построен и сдан дом. То есть на все квартиры, когда он продает, есть документы. Для меня, например, лично это огромный плюс. И так как он строит не по 214 ФЗ, а, соответственно, за свой счет, как я сказал ранее, во всех квартирах есть газ. Я считаю, что газовая плита все-таки лучше, чем электрическая. Здесь прекрасно зайдет зона кухни. Можно ее сделать просто во всю длину. Можно там буковкой Г сделать, кому удобно. Правильный прямоугольник, удобно будет расположить обеденную зону вот здесь. Ну и классно то, что мне нравится. Это широченный проем. Обратите внимание, какая створка. Из плюсов. Входная дверь открывается на проветривание. Вот это классно сделали, молодцы. Не каждый застройщик так делает. Но вот этот бы сэндвич-панель я бы поменял бы на стекло, если есть такая возможность. И, соответственно, света было бы на кухне, друзья, еще бы больше. Заходим. У нас вот такое панорамное остекление. Остекление, соответственно, холодное. Можно открыть окно, посмотреть. Слушайте, держится крепко. Здорово то, что получается вид на 180 градусов. На данный момент мы видим весь южный район. Мы видим многоэтажную автостоянку. Ну, в принципе, здесь вечером, конечно, будет все заставлено, но места есть всегда. Большой плюс, вот там уже впереди дорога жизни, в горку идет частный сектор, и здесь большое количество деревьев. Ну, возможно, что вот это, конечно, через какое-то время застроят. А может быть и нет. А теперь посмотрим однокомнатную квартиру за 6 300 000 рублей. Заходим в квартиру, закрываем за собой дверь. И первое, что вот здесь тоже вот есть вот такой угол, где отлично встанет шкаф, либо можно сделать закрытый шкаф, здорово, и прям закроет как раз и все автоматы. Ну, кстати, есть классно, что розетка, соответственно, можно установить роутер, звонок, глазок, все как нужно. Здесь она по площади чуть меньше, соответственно, меньшая цена. Пойдем слева направо.
Жилая комната достаточно большая. Здесь у нас квартира на другую сторону. Аналогичный панорамный балкон, но здесь, видите, стенка глухая к соседям. И, соответственно, вид, давайте откроем окно, здесь с высоты будет все отлично видно. Это территория детского садика. Вот они дома, там уже все лес. Соседний дом, дворовая территория, деревья. И вот там огромный зеленый массив из вековых сосен. Отличное место, там любят гулять местные жители. Мы с вами туда тоже, друзья, дойдем. Мокрый фасад. И вот здесь тоже, да, вот обратите внимание, просто огромная ширина остекления. Большое здесь количество света в этой комнате. Здесь у нас почти 6 квадратных метров совмещенный санузел. То есть, в принципе, для кого-то совместно в однокомнатной удобнее, для кого-то раздельно, но и здесь, и там просто огромные ванны. То есть, вот это мне нравится. Место под стиральную машинку, все выводы уже есть от застройщика. Плитка здесь, чтобы посмотреть, взять данные, соответственно, со счетчиков. Только здесь нужно будет подумать, как поставить стиралку, чтобы ее постоянно не отодвигать. Соответственно, полотенцесушитель. Большая площадь, можно поставить там шкафчики, полочки. Установлена ванна. Мне нравится, что, как и в той квартире, вот все пройдено герметиком, все закрыто. Сразу можно использовать, ничего не нужно дополнительно доделать. Единственное, поставить только шторку. Да? Ну, может быть, кому-то это и не нужно. И здесь у нас кухня. Здесь она чуть поменьше по площади, ну и сама квартира чуть меньше. Но здесь сразу отмечу для меня плюс, что она квадратная. Сюда мы ставим зону для приготовления пищи. Здесь бы я поставил бы себе шкаф, холодильник, возможно. Ну а здесь, соответственно, прям напрашивается поставить стол большой, овальный, на всю семью, какой-нибудь раскладывающий. Вот видите, вот отделка видна. Штукатуренная стенка, и вот они обои под окраску. Не нравится цвет, всегда можно перекрасить. А вот и наш остекленный балкончик. Давайте, друзья, подытожим. В микрорайоне Южном есть различные дома, есть вторичный рынок недвижимости, есть также и первичный. Вторичный рынок недвижимости на данный момент интересен тем, что там уже все сдано, и можно сразу заехать в готовую квартиру, где кто-то до вас пожил. Ипотечные ставки там составляют от 9,9%, как правило, выдают 10,3-10,5%. В зависимости от банка и от вашей кредитной истории и, соответственно, истории, сколько вы зарабатываете. Соответственно, есть застройщик, который уже строит за свои и сдает дома, потом продает квартиры. Там они чуть дороже, но зато это новая квартира. И там большой плюс, что квартиру можно приобрести по ипотечной программе с господдержкой по ставке 6,7% годовых. Я считаю, это большая разница. Это почти в два раза меньше, чем обычная здесь будет ставка на вторичную недвижимость. Но не каждый дом хорош. У каждого дома есть своя история, свои есть плюсы и свои минусы. Либо вы тратите на это большое количество времени, либо вы обращаетесь к специалисту. Друзья, напомню, у меня свое агентство недвижимости. Если вам нужна помощь с выбором недвижимости, либо вы хотите продать свою недвижимость, будь то квартира, дом, либо земельный участок, обращайтесь. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи.